Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазин Холи Плей. Первый серм, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, чуваки, как вы поняли, по моей форме и по названию видео, возможно, то, что я вступил в ДПС. Вступил я в ДПС города Южный. Почему на города Южный? Ну, потому что я когда-то был здесь, в этой, ну, и в этом ДПС. Потому что сейчас, по-моему, ДПС по Арзамасе есть и в Южном получается. Поэтому я принял решение вступить в ДПС Южное, точнее Южного, получается. Потому что мне из Бусаева будет ближе ездить сюда, как бы, и Южное мне что-то больше нравится, чем Арзамас. Поэтому я выбрал именно вступить в ДПС Южное. Короче, пацаны, я теперь буду ловить гонщиков, таких как я, в принципе, ну вы поняли, на вот этом аппаратище. Блин, я не помню, с какого ранга его нужно брать. Я знаю, что нужно патрулировать вдвоем. Блин, но, понимаете, сейчас я вам подробно все расскажу про этот мотоцикл. Обзор сделаю, команды покажу, какие нужны, чтобы правильно ездить на этом мотоцикле, короче. Итак, давайте садимся. Короче, я его взял. Всего 6 штук их. Всего их 6 штук. Вот мотоцикл, вот такой вот Ямашка. У меня есть у самого Ямаха, в принципе, смотрите сейчас. Кар, вот, у меня есть Ямаха, как бы я могу спокойно ездить, но, блин, сам тот прикол, что интереснее будет гоняться за гонщиками на вот этой Ямахе, но проблема в том, что она едет не максималку, она едет всего лишь, пацаны, 93 километра, по-моему, сейчас я вам покажу, она вообще практически не едет, и понимаете, если ездить с напарником, то я вообще на ней не разгонюсь ни хрена, видите, она максимум, ну, 97, видите, 94 едет, и все. Вот, я считаю, что разработчики сделали неправильно. Пусть лучше разработчики сделают, чтобы она ехала как на двух чипах, то есть 140 километров. Какие-то моя Ямаха, та, что у меня дома. Моя Ямаха, та, что у меня дома, едет 140 километров с двумя чипами. Потому что, блин, ну, нахрена стоковый мотоцикл было ставить? Он немного быстрее, чем был другой мотоцикл, короче. Извиняюсь, пацаны, я все еще болею, короче. Я вырезаю то, что как я кашлю жестко, поэтому вы этого не услышите, да. Короче, видите, он медленный, блин, ну, я на нем не смогу всех догнать. Многих смогу догнать, но не всех. Вот в чем проблемка, в принципе. И вторая проблемка, что как останавливать, я так понимаю, нельзя вот так стрелять, типа, с мотоцикла. Я так думаю. Я, кстати, второй ранг, давайте я вам покажу сейчас. Вот, ДПС, города Южный, сержант, второй ранг. Я сдал, как это называется, блин. Начальный, типа, этот экзамен сдал, короче. И меня повысили до второго ранга. Я не знаю, буду повышаться здесь или нет. Я не знаю, я надолго здесь или нет. Но я помню, не раньше очень раз нравилось ДПС, я снимал там будни. Если на этом видео, пацаны, будет много лайков, много комментариев, ну, пишите в комментариях, хотите ли вы такие будни. Будем гоняться за стрит-тракерами, так сказать. Следить за порядком, возможно. АНК я сделаю, все дела, если вы захотите. Если нет, то нет, пацаны, я не буду снимать тогда. Я либо останусь в этой фракции, в принципе, я сюда, скажу вам честно, вступил изначально, чтобы показать вам вот этот мотоцикл и сам протестировать его. Именно из этого я сюда вступил, в ДПС Южного.
Но если вы хотите, чтобы я снимал рубрику, получается, контент, можно сказать, будни ДПСника, можно сказать, будем гоняться за стрит-стракерами на вот этой ямашке, там, может, опарника какого-то тоже возьмем, потому что одному нельзя патрулировать, как я знаю. Вон еще ямашка поехала одна. Короче, смотрите, пацаны, чтобы мигалку включить, пишем команду полит. Вот такую команду пишем, у нас появляется мигалочка вот такая вот. Я на самом деле думал изначально, что можно на типа любой транспорт ее поставить. Я пытался ДБ-ху ее воткнуть, но нет, не дает система, короче. Да. Выглядит это очень прикольно. Чтобы одеть шлем, пишем команду шле, или как я там, блять, я команду забыл, а вот. Вот этот helmet или shellmet. Вот, короче, такую команду пишем, и все, мы в полном экипе. Это очень круто, у нас даже фуражка просвещается через шлем, но это нормально. И теперь мы в полной боевой готовности. Я не знаю, помогает этот шлем от чего-то, он вообще помогает, типа при падении может, он типа не так хп сбивает, я не знаю, либо он просто для красоты. Но скорее всего он просто для красоты, у нас ОПГшка южная, короче. Не, ну это очень круто, вот реально у меня появился интерес пойти во фракцию, и вот я пошел в ДПС. Именно из-за того, что здесь появились новые плюшки, видите, эти мотоциклы там, это очень круто. Я именно из этого пошел в ДПС, я об этом говорил в видео про обновление, что, скорее всего, я пойду, именно из-за этих мотоциклов пойду я в ДПС. Из-за того, что, типа, вот, у меня нету Ямахи, у меня она есть, у меня она фуловая, чипованная, валит дико просто. Я именно пошел из-за того, что я хотел посмотреть, как эта система работает, как шлем одевать, как мигалку ставить, как вообще на нем ездить и так далее. Как, потому что это круто, блин, это реально круто. Я думаю, многие теперь будут идти в ДПС, чтобы, как так сказать, работать. Я думаю, это очень круто. Это реально очень круто. Так, мадам у нас катается, короче. А я такой полицейский, красавчик, такой на Ямахе, короче, еду, да? Ёпта. Заебись, конечно, мне надо там посты стоять, все дела, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Ну, блин, у меня на это, во-первых, нету времени, потому что я как бы болею. Да, я когда болею, я немного все равно играю, потому что, блядь, ну, мне хуёво, понимаете? Я вон сирички записал, выложил, все. И валяюсь на диване, отдыхаю, пью таблетки, блядь. Пью чаёк с малиной, чтобы выздороветь. Поэтому стоять на постах я не могу. Я не могу я долго за компом сидеть. Потому что, блядь, ну... Да, вот вы услышали, как я кашлянул, хотя я сдерживаюсь. Вы не представляете, какой жесткий кашель просто. Да, прям жесткий кашель. И постоянно, блин, меня просто в пот кидает. Температура, блин, все дела. Короче, полный пиздец. Возможно, тоже можно будет... Как там, Wanted, по-моему? Wanted. Вот, можно будет за кем-то погоняться, кого-то... Найти, арестовать, тоже можно будет такое снимать, пацаны. Ну, вы, блин, главное, чтобы вы этого хотели. Я стараюсь для вас, активность упала, блин, у меня пропадает желание снимать, но я все равно пытаюсь для вас снимать годный контент, поэтому обязательно поставьте лайк и напишите все-таки снимать мне вот будни в ДПС. Потому что я планировал вообще дальнобойщиков позаписывать, потому что новый рейс там сделали, все дела. По-моему, кстати, вот про ДПС, про эти мотоциклы еще никто не снимал, если я не ошибаюсь. Так, давайте присанем сейчас какого-то чувака. Так. Мне же, по идее, можно красный? Хотя, блин, меня сейчас могут посадить, это будет очень хуево, я вам скажу. Прям очень. Ну ладно, не будем в этой серии ни за кем гоняться. Такая водненькая серичка, в принципе, постреляю маху, показал, как это все работает. Поэтому, пацаны, обязательно ставьте лайки. Обязательно просто ставьте лайки, подписывайтесь на канал и надеюсь на вашу поддержку в виде, повторюсь, лайков, комментариев, чтобы сделать, возможно, рубрику «Будни ДПС», потому что, ну, рубрик у меня нету, сами понимаете, на канале, потому что я, ну, не знаю, нет какой-то рубрики, какая вам заходит, ну, Мурка там заходила, но, блядь, Мурка, кстати, скоро поедет на ремонт, наверное, в следующей серии, кстати, на ремонт она поедет, Мурка. На капитальный ремонт сделаем ей, короче, поэтому ждите. Ну что ж, короче, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.
I'd be crying all night, cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north. She was from